Начнем с того, что мы создаем не один продукт, у нас не только, так сказать, инвестиционный фонд, а мы создаем ряд продуктов и объединяем все в единую экосистему Bitcoin. Первыми продуктами уже в ближайшее время будут выпущены на рынок это криптовалютная биржа, полноценная криптовалютная биржа Bitcoin Exchange. В последующем мы ожидаем Marketplace Bitcoin Store. Дальше будет появляться финансовая платформа в виде платежной системы, там программа лояльности, которая будет также со временем внедряться. Также мы разрабатываем очень большой продукт, очень объемный, который тоже очень популярен среди людей. Это Bitcoin Estate, то есть это все, что связано с недвижимостью, с цифровизацией недвижимости, с токенизацией недвижимости. И дальше также планируется запуск такого направления, как Bitcoin Travel и Bitcoin University. То есть это Bitcoin University, это такая платформа, где любой желающий, соответственно, может выбрать для себя, например, интересное направление новое для заработка в интернете, обучиться этому направлению, соответственно, и применять уже для своих целей. Сегодня, как вы знаете, уже весь мир переходит в цифровое пространство. Множество рабочих мест переходит, опять же, в интернет. Многие стремятся к тому, чтобы работать из дома, да, и, соответственно, это более выгодно и более интересно. Но мы сегодня будем говорить именно о платформе, финансовой платформе, инвестиционной платформе Bitcoin Capital. Наши все продукты, они, по сути, изолированы друг от друга. Это каждое отдельное бизнес-направление. Они никак не связаны с фондом. Сегодня, соответственно, мы говорим именно о фонде и о том, как можно зарабатывать, какие есть возможности в фонде и, соответственно, что мы имеем. Итак, инвестиционный криптовалютный фонд Bitcoin Capital – это финансовые инструменты коллективных инвестиций, где есть определенный набор диверсификации различных активов. И мы даем возможность, соответственно, людям инвестировать, не имея определенного опыта и даже крупной суммы. То есть для того, чтобы начать инвестировать, вы можете начать всего со $150, посмотреть, как работает этот инструмент, и в последующем, соответственно, вы можете дополнительно покупать депозиты, и каждый из этих депозитов будет приносить вам определенную прибыль. Наш фонд инвестирует в блокчейн-технологии, в цифровые активы, в IT-компании и недвижимость. Это наши однозначно самые топовые направления, куда инвестирует фонд и получает прибыль. Итак, то есть почему мы выбрали вообще инвестиции в этот сектор, в IT-технологии, в криптовалютный рынок? Потому что сегодня это самый быстрорастущий рынок, сегодня это восходящий тренд. И это глобальный рынок в триллионы долларов. То есть здесь очень много средств. Сегодня рынок криптовалют, капитализация составляет более уже $1.5 trillion. Рынок акций компаний технологичных, именно рынок pre-IPO акций, составляет более $10 trillion. И еще мы, так сказать, выделили отдельное направление. Это потенциал токенизированной недвижимости. То есть если мы возьмем вообще весь рынок, он составляет примерно $220 trillion. Но сегодня, как вы знаете, все переходит в цифровизацию, и недвижимость цифровизация однозначно тоже ждет, и потенциал этого рынка очень велик, и мы его оцениваем примерно в $2 trillion, и как раз создаем один из наших самых главных важных продуктов именно в этой сфере, именно в этой индустрии. И глобальная экономика сегодня переживает крупнейшую технологичную трансформацию в истории, и благодаря как раз вот новому поколению инновационных компаний, инновационных разработок в этой сфере. И очень хотелось бы заметить такую вещь, что вот за последние 30 лет
более 1 миллиарда людей вышли из бедности как раз вот благодаря технологичным компаниям, благодаря инновациям и росту стоимости активов этих компаний. То есть что это значит? Очень многие люди, ну наш, наверное, рынок это касается в меньшей степени, рынок СНГ, многие люди на Западе привыкли уже инвестировать давно, инвестировать в различные компании, и у этих людей, соответственно, была возможность приобретать акции различных крупных компаний, таких как Facebook, Amazon, Google, Apple, и, соответственно, то есть покупать на ранней стадии эти акции и потом продавать уже по более высокой цене. И вот благодаря вот таким компаниям очень много людей стали очень богатыми, и у них как была возможность, соответственно, увеличить свой капитал. Сейчас такая идет некая вторая волна. Сегодня мы используем как раз инструмент блокчейн-технологий. И сегодня это тоже очень такой перспективный рынок, как и раньше, как раз акции технологичных компаний. И если сравнить, то сегодня более 100 миллионов людей, так же, как и миллиард людей в акциях, стали очень богатыми и успешными уже благодаря блокчейн-технологиям, благодаря цифровым активам и как бы понятию частных денег. Сегодня многие, вы знаете, много очень интересных историй, когда многие люди покупали биткоин, когда он стоил $10, $50. Сейчас, как вы знаете, биткоин стоит там уже выше $60,000. Также была возможность, когда люди покупали эфириум стоимость $10, да, сейчас это уже $3,000. И ну, таких, соответственно, историй очень много. И мы как раз сейчас находимся в этом рынке. И сейчас у нас есть возможность, соответственно, на этом рынке также зарабатывать. И еще несколько моментов, так сказать, статистики. Капитализация 100 ведущих компаний мира за последние 30 лет на сегодняшний день составляет около $10 триллионов. Объем новых рынков, которые будут созданы инновационными компаниями в следующие 10 лет, составит еще более $5 триллионов. И, конечно же, блокчейн на сегодняшний день оказывает большее влияние на мир, чем вообще весь интернет в целом. И, соответственно, мы, еще раз повторюсь, находимся в самом технологичном, самом инновационном направлении, сфере, где можно зарабатывать очень большие деньги. И у каждого, конечно, фонда есть свои определенные цели, свои задачи. И наши цели и задачи заключаются в том, чтобы помогать смелым создавать свое свободное финансовое будущее для себя и своей семьи. Почему смелым, спросите вы, потому что инвестиции – это всегда риск, и нужно быть ну, где-то, как бы так сказать, принять этот риск на себя, да, быть как раз вот смелым и изучить определенные инструменты и начать инвестировать для того, чтобы в последующем улучшить свое финансовое состояние. Мы, конечно, помогаем все большему количеству людей обрести финансовое благополучие, потому что есть возможность, как я уже сказал, начать инвестировать с абсолютно небольшой суммы, всего $150. И мы вместе создаем устойчивое финансовое будущее. Это наша общая ответственность. Соответственно, коллективные инвестиции – это фонд, где мы взаимодействуем вместе с вами, то есть фонд и все инвесторы фонда, и, соответственно, каждый закрывает, так сказать, свои цели и задачи. Фонд помогает осуществлять желания людей во всем мире. Все, что вам нужно для, так сказать, вашего спокойной жизни, да, обучения, например, ваших детей, путешествия вашей мечты, которые вы хотели давно отправиться, дом вашей мечты, да, который многие хотят вернее, построить, либо купить свою недвижимость. И, конечно же, автомобиль вашей мечты, все эти цели, все ваши цели, они легко осуществимы вместе с компанией, с фондом Bitcore Capital. И небольшая такая, так сказать, предыстория, с чего начиналось, так сказать, создание и идея создания фонда. Мы с группой людей, то есть с нашим окружением уже с 2015 года в личных целях инвестируем уже давно в различные криптоактивы и блокчейн-компании.
инвестируем в различные топовые криптовалюты на то время, сейчас, то есть постоянно увеличивая свой капитал. С 2017 года множество, так сказать, из нашего окружения стали заниматься трейдингом криптовалют, постоянно изучая новые возможности рынка и тоже добились очень немалых результатов. И в 2021 году мы решили объединить все наши навыки в маркетинге, в трейдинге, в создании, соответственно, различных продуктов инновационных и создать ряд проектов, и в том числе как раз инвестиционный криптовалютный фонд, чтобы выйти на международный рынок и дать возможность уже многим людям во всем мире инвестировать в фонд, получать доход от фонда, инвестировать в наши разработки и, соответственно, также получать доход от различных абсолютно направлений. Итак, все средства, которые приходят в фонд, они распределяются средства на спотовые балансы, да, на маржинальную торговлю. Также часть средств уходит на рынок Форекс и там получает свою доходность. Конечно, мы инвестируем в акции компаний на стадии pre-IPO, то есть когда еще компания не выходит на IPO, то есть есть возможность приобрести акции по более выгодной цене. И, конечно, есть резервный страховой фонд и также фонд недвижимости, который, ну, по сути, они как бы похожи с резервным фондом, потому что основной свой капитал мы в последующем переходим в недвижимость для того, чтобы этот капитал увеличивался и сохранялся. Bitcore Capital создан для ускорение успеха. Мы глобальная компания по управлению инвестициями, и мы стремимся следовать разнообразным инвестиционным стратегиям и даем возможность нашим сотрудникам добиваться исключительных результатов. И в фонде мы используем три основные стратегии. Это долгосрочное владение криптовалютными активами и акциями крупных технологических компаний. То есть в наших портфелях есть уже, соответственно, различные криптовалюты, как я уже сказал, начиная с 2015-2017 года. Также трейдинг криптовалют, торговля на рынке Форекс и на фондовом рынке – это, соответственно, краткосрочные инвестиции, которые приносят постоянный пассивный доход. И сохранение капитала обязательно в недвижимости. Здесь, то есть в последующем будет информация как раз про фонд недвижимости, про нашу платформу по токенизации недвижимости. И здесь очень хорошо инструменты, они будут все завязаны и, соответственно, основной капитал как раз будет сохраняться именно в недвижимости. И сейчас, то есть у нас определенная дорожная карта, куда мы двигаемся, да, и у нас цель, соответственно, вырасти от небольшого частного фонда в крупный международный фонд. И у нас есть определенная стратегия, по которой мы двигаемся, и сейчас все партнеры, соответственно, вы находитесь на самом старте, на самых, так сказать, лучших условиях по созданию пассивного дохода. То есть сейчас вы все получаете повышенный ежемесячный процент пассивного дохода, а в последующем этот процент будет снижаться. И, соответственно, просто будет немного больше времени для того, чтобы получить те же самые проценты. И второе, вот у нас распределено, соответственно, по нескольким кварталам, то есть примерно в ближайшие 4 месяца вы будете получать вот заявленную доходность 20% в месяц, через 4 месяца, соответственно, будет уменьшение ежемесячных начислений и сокращение бонусов по маркетингу. И уже, так сказать, в третьем квартале, еще через 4 месяца, мы увидим такое некое разделение, где криптовалютный фонд, соответственно, будет отдельным подразделением. Здесь будет, соответственно, фокус только на пассивном доходе без маркетинга. А бинарный маркетинг мы уже оставим, соответственно, за некими продуктами. Сейчас ведется также очень много переговоров, какой продукт можно дополнительно добавить для партнеров, чтобы партнеры могли получать дополнительный пассивный доход.
И, соответственно, дальше вы можете, то есть сейчас вы выстраиваете все, ну, многие партнеры выстраивают определенную структуру, да, создают свои команды, и в дальнейшем эта, так сказать, сеть, она остается, только будет добавляться другие продукты, и уже, ну, информация об этом, соответственно, будет уже ближе к тому, когда появится определенный продукт и что, соответственно, с этим продуктом можно делать, как на этом продукте можно зарабатывать. Но самое главное, чтобы вы все знали, что криптовалютный фонд – это будет отдельная платформа, то есть не соединена с маркетингом, это чисто ваш пассивный заработок. Ну и процент, опять же, тоже будет уменьшаться для того, чтобы, соответственно, у нас была, так сказать, больше возможностей для дальнейшего развития. We'll be right back.